В семье создается банк иммунной плазмы. На сегодня донорами стали уже около 200 жителей. Стоит отметить, что плазма есть всех групп крови. Всего центром крови заготовлено 555 доз плазмы. Все подробности у Бахыт Кульказиз. Как отмечают сотрудники центра крови, семичане проявляют активность в сдаче крови для получения иммунной плазмы. На сегодняшний день их количество насчитывает около 1000 человек. Однако не все могут стать донорами. После прохождения ряда процедур для сдачи крови, донорами иммунной плазмы стали 186 человек. Вначале мы звонили и приглашали людей сдать плазму крови. В настоящее время достаточно доноров, которые добровольно приходят. В первую очередь необходимо сдать кровь на антитела. Если антител достаточно, мы приглашаем пройти следующий этап, то есть сдать плазму. Сдать кровь на антитела решили и мы. После заполнения анкеты у меня взяли кровь для нескольких пробирок. Кровь на антитела я сдала. Если он окажется положительным, то мне позвонят. При этом мне нужно будет готовиться. Нельзя есть ничего жирного, жареного, молочного. Также употреблять больше жидкости. Сам же процесс сдачи плазмы крови не быстрый. На него уйдет около 30-40 минут. Забор производится специальным аппаратом, который называется плазмаферез. После сдачи обязательно нужно будет съесть что-нибудь сладкое для повышения уровня сахара в организме, что поможет справиться с объемом крови, который уменьшился. От одного донора можно получить 2-3 дозы иммунной плазмы. После сдачи она будет храниться у нас. Срок хранения плазмы может доходить до 3 лет. Но так как мы только начали собирать банк плазмы, у нас они все новые. Также у нас есть плазма всех групп крови. Сейчас в центре крови есть 555 доз плазмы. Планируется заготовить столько же. С банка плазмы уже брали несколько доз для лечения пациентов. Стоит отметить, что тем, кто сдал именно плазму крови, производится оплата в размере 7 месячных расчетных показателей, то есть 19 446 тенге. Бахыт Гульказиз, Аслан Ертисбаев, телеканал «Семей».